Пришла мне посылка с сайта шиншила.ua. Сейчас будем открывать, смотреть, что там. Вау! Так, нужно будет, чтобы он немножко постоял, выровнялся. Вот такой шикарный домик нам пришел. Вот он. Тут в нем есть подушечка. Боже, какая классная, можно себе забрать. Голубого цвета и бежевого. По крайней мере, мне такое попалось. Не знаю, может, они разные. И вот такой домик. Хочу сказать, что на этом сайте была самая низкая цена, потому что я смотрела у нас в Херсоне в магазинах, и цена была, ну, практически в два раза выше. Вау, он просто замечательный. Ему просто нужно немножко выровняться, а так просто шикарно. Сейчас мы кота сюда запустим. Калиста, смотри, домик. Домик. Ой, мне нравится. Ну, я не знаю, это будет не твой домик. Я купила Шелдону, Калиста. Тебе понравилось? Она мурчит. Тебе нравится, Калиста? Тебе что, такой же купить? Ой, как ей нравится. Очень странно. Вообще она не любит домики разные. Вот. И не вылазит. Просто залезла, не вылазит. В общем, она не отдает дом. Ну, можно мне домик? Ну, можно дом. Калиста. Вот так. Все. Забрала дом у Шелдона. Вот, не хочет отдавать. Даже без подушки забрала. Ах. Калиста. 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 Ну дай мне. Ну дай мне дом. Дай. Дай дом. Забрала, не отдает дом. Все? Все это твое?